В Берцах сегодня прошел городской фестиваль безопасности. Его организовала Федеральная служба войск Росгвардии. Во дворце спорта «Триумф» устроили выставки и концерты. Там же провели открытое первенство по рукопашному бою среди детей и подростков. По словам организаторов, одна из главных задач фестиваля – привлечь на службу в Росгвардию лучших из подрастающих кадров. Мы привлекаем молодежь, которым по 15 лет, им нужно уже через 2-3 года выбирать профессию. А есть такая профессия – родину защищать. И нужно никуда ехать, дальние гарнизоны, можно это делать здесь. Поэтому нам нужны такие люди, физически подготовленные. А как правило, которые люди занимаются спортом, они и патриотически правильно воспитаны. На фестивале в Люберцах специалисты Росгвардии консультировали по многим актуальным вопросам, связанным с безопасностью, например, по охране имущества или по обороту оружия.